Это омолаживающий утренний напиток с имбирем, который ускоряет обмен веществ. Имбирь – корнеплод, который дает долголетие, а куркума – предотвращает целый ряд заболеваний. Ниже я расскажу подробнее, как приготовить напиток для похудения. Вместо сиропа топинамбура можно использовать другой натуральный подсластитель на ваш вкус. Вода должна быть теплой, ближе к горячей. Пейте напиток по утрам каждый день, и уже через месяц вы почувствуете результат. Лайм 1/4 штуки. Лимон 1/4 штуки. Куркума 1/2 чайных ложки. Имбирь 10-15 грамм. Вода 1 столовый кон. Сироп топинамбура 1 чайная ложка. Количество порций 1. Подготовьте все ингредиенты. Измельчите имбирь вместе с куркумой и сиропом топинамбура в блендере до однородной консистенции. Процедите напиток. Нарежьте лимон и лайм на кружочки. Добавьте их в напиток. Напиток для похудения готов.